Всем привет! Хочу сегодня показать, как я готовлю полезные напитки для иммунитета. Почему полезные? А потому что используются очень полезные ягоды. Замороженные ягоды ничуть не уступают свежим, а напитки получаются очень вкусными, ароматными и помогают уберечься от сезонных простуд. Я чаще всего готовлю с облепихой. Кроме ягод нужна чистая, хорошая вода. У меня вот такой чайник-диспенсер, в котором я не только грею воду, но и фильтрую ее. Достаточно лишь залить воды и включить кнопку. И вода будет подогрета в том количестве, которое нужно, и той температуры, которая нужна. У него большой диапазон температур от 45, также есть 75, которую я пью утром, 85 и кипячение. Сейчас я использую замороженные только из морозилки ягоды, поэтому обдам их кипяточком, а затем разомну толкушкой, чтобы выступил сок. Конечно, можно их измельчить и блендером, но я делаю вот так. Мне это и быстрее, и зернышки остаются в середине оболочки. Здесь они мне сегодня не нужны. Добавляю мяту. Мята может быть сушеной, может быть свежей, какая есть. Также можно сюда добавить какие-то другие компоненты, которые вам нравятся и которые вы считаете полезными. И заливаю горячей водой температурой 85 градусов. Количество ингредиентов можно брать по своему вкусу. Я добавляю кусочек корицы. Перемешаю и обязательно накрою крышкой. Дам постоять минут 10-15. Такой напиток можно пить как теплым, так и холодным. Самой полезной ягодой считается черника. Беру ее в сочетании с другими ягодами. Это может быть и 2-3 ягоды в одном стакане. Я добавляю сегодня клюкву, можно бруснику, ежевику. Также можно добавить пряности. У меня сегодня бадьян и гвоздика. Остается добавить горячей воды. И вкусный, очень полезный напиток можно пить. Можно сюда добавить мед, мяту. Можно добавить сахар, если вы не любите кислое. Я пью их натуральными. Без сахара, без меда. Если болею, добавляю лимон. Конечно же, добавляю мед. Берегите себя от сезонных заболеваний, повышайте иммунитет и будьте здоровы. А эти напитки очень хорошо помогут в этом. Если понравился диспенсер, то в описании я поставлю ссылку и промокод на скидку. До новой встречи!